Подъем к дому номер 15 на улице Пирогова примерно составляет 46 метров. Уже на протяжении 11 лет люди не могли добиться того, чтобы им сделали лестницу, по которой они могли бы подниматься. Поток очень большой, все ходят в школу, в поликлинику, и в скором времени здесь появится лестница. Решение установить подъем было принято после встречи собственников с главой города. Сегодня первый заместитель мэра Находки встретился со старшей по дому номер 15 на улице Пирогова. Весть о том, что в скором времени многолетняя проблема жильцов будет решена, вселила надежду. Обращение об установке жизненно необходимого строения инициативная группа пишет уже с 2011 года. Сложность в том, что здесь крутой склон, и людям пожилым с детьми тяжело спускаться и подниматься. Лестницы нет и не было. Надеюсь, что администрация установит нам эту лестницу. Падают многие ежегодно, даже когда нет гололеда, потому что достаточно оступиться, будешь лететь до помойки. Кроме того, в горку на скорости залетают автомобили, и здесь же по обочине поднимаются дети. Малейшая ошибка может повлечь за собой непоправимые последствия. После обследования территории нынешней командой администрации в кратчайшие сроки были изысканы средства на установку пешеходной металлической конструкции с поручнями по обе стороны. Нам помогли, фонд «Находка» помог. И, соответственно, мы объявляем конкурс. Буквально сегодня уже документация поступает. Объявляем конкурс. За 2 месяца мы эту лестницу, этот сход сделаем. Это примерно у нас 40, там, чуть больше, наверное, метров. Перепад высот здесь 8 метров. И вот жители говорят, что им очень трудно здесь ходить в гололед. Вот эти 8 метров спуска. Мы надеемся, что жители будут довольны. Также была озвучена проблема с развалившимся асфальтом на придомовой территории. Дорожное полотно здесь не ремонтировали порядка 50 лет. Как отметил Герман Краснощеков, такого быть не должно. Следующий вопрос, который будет решаться, это укладка асфальта во дворе дома. Стоит отметить, что впервые за долгий промежуток времени, за период 2020-2021 годов, в разных районах города уже благоустроены десятки территорий по программе «1000 дворов».